В центральном парке города Видное состоялась военно-спортивная игра, организованная оборонно-спортивным клубом «Ратник». Главная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодежи. Это уже традиционное мероприятие. Мы проводим их и зимой, и весной, и летом. Но сегодня народ немножко поменьше. Игра посвящена здоровому образу жизни, можно сказать и так. Но вообще, конечно, у нас сейчас все патриотические мероприятия посвящены специальной военной операции на Украине, нашим землякам, которые там воюют. В играх принимали участие воспитанники «Ратника» и ребята из многодетных семей Ленинского городского округа. Всего около 50 человек. 6 команд должны были пройти несколько этапов. За каждое успешное прохождение начислялись баллы и таким образом выявляли сильнейших. Военно-историческая викторина, разборка-сборка автоматов, стрельба из пневматического оружия. Дальше веревочное заграждение и метание гранатов в цель. Вот, и прохождение условного болота. Здесь такие досочки, нужно командное выполнение. На каждом испытании юных участников поддерживали их близкие. Они отметили, что все вместе, как ребята, так и взрослые, объединены общей идеей. Занятие в «Ратнике» посещает внук Виктора Нефедова. А когда я был на тренировке, их главный тренер сказал фразу, которая мне очень запомнилась, что это не секция, это клуб. Это военно-спортивный клуб. Ну, наверное, поэтому он сюда и ходит. После прохождения основных этапов игры команды сразились между собой в лазертаг. По итогам соревнований все участники получили памятные медали, а замерзнуть не позволил горячий чай с пирогами. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.